Приветствую всех, меня зовут Борис, и сегодня я хотел бы рассказать свою историю успеха. Про суперкопилку я слышал достаточно давно, и в интернете я достаточно давно, с 2010 года. Услышав про суперкопилку в 2013 году, я не обратил на это внимания и решил, ну что, проект и проект. То есть до этого я проходил много проектов, которые скамились, которые закрывались, которые не работали, не приносили ничего, кроме убытков. Что случилось в 2019 году? В конце октября я все-таки определился и я решил стать участником суперкопилки. Поначалу я разбирался в своем кабинете сам. Что получилось? Получилось так, что я свой кабинет чуть не испортил. Позже я узнал, что есть в суперкопилке свой консалтинговый центр, и в этом консалтинговом центре работают специалисты, финансовые эксперты, которые помогают разобраться во всех аспектах суперкопилки. Позже я обратился к своему руководителю, который у меня был с самого начала в кабинете, и мы построили мою закольцовку, мою стратегию пассивного дохода, с которой я радуюсь. И получается так, что у меня сейчас график распределен до 30 недели, и выплат у меня с минимальных сумм получилось почти на 1000 долларов. После этого я узнал, что можно устроиться на работу в суперкопилку консультантом, и я решил сделать вот этот шаг, и я его сделал. Буквально перед Новым годом, буквально вот перед январем месяцем, в конце декабря я подал заявку, я прошел подготовительные курсы, я прошел стажировку, и 12 числа, 12 февраля 2020 года я получил сертификат финансового консультанта, и я этому очень рад. С учетом того, что я знаю сейчас все мелкие нюансы, с учетом того, что я прошел через серию ошибок, я приглашаю вас в свое подразделение. Если вы хотите приумножить свои деньги, если вы ищете проект, который действительно вам даст результат, это проект «Суперкопилка». Только в «Суперкопилке» вы научитесь сберегать деньги. Только в «Суперкопилке» вы научитесь приумножать свои деньги. А я в этом вам помогу. Но с вами буду работать не только я, но и те люди, которые есть у меня в команде, которые ко мне пришли также участниками, и сейчас они учатся также на консультантов. Вы получите только качественную помощь. Поэтому приглашаю вас в суперкопилку, в свое подразделение. Будем зарабатывать деньги, будем становиться финансово обеспеченными людьми и будем изучать проект во всех его мелких деталях.